маршруту до конечной остановки Новогиреево. Двери закрываются. Следующая остановка – Комсомольская площадь. Магазин «Московский». Только для высадки пассажиров. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – станция метро Красносельская.
будьте осторожны при выходе из трамвая. Остановка находится на проезжей части дороги. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Нижняя Красносельская улица. Нижняя Красносельская улица. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Ольховская улица. Напоминаю, что в целях вашей безопасности, находясь в трамвае, вы обязаны держаться за поручень. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – поликлиника номер 15. Уважаемые пассажиры, пожалуйста, уступите места инвалидам, пожилым людям, будьте взаимовежливы. Поликлиника номер 15.
желтого. А, ну вот. Бакунинская улица. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – станция метро Бауманская. Станция метро Бауманская. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Аптекарский переулок. Оплатив проезд, пожалуйста, не останов... Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Денисовский переулок. Уважаемые пассажиры, благодарим вас за своевременную оплату проезда. Напоминаем, что за безбилетный проезд установлен штраф в размере 1000 рублей.
Денисовский переулок. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка МГТУ имени Баумана. Перед выходом из трамвая проверьте. МГТУ имени Баумана. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Лефортовская набережная. Лефортовская набережная. Двери закрываются. Следующая остановка – Лефортовский мост. Thank you.
Кутузовский мост. Будьте осторожны при выходе из трамвая. Остановка находится на проезжей части дороги. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – первый Краснокурсантский проезд. Первый Краснокурсантский проезд. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Лефортовский вал. Оплатив проезд, пожалуйста, не останавливаясь, проходите дальше в салон трамвая. Лефортовский вал. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Московский энергетический институт. Ты ушла в этот... В астрал. Да, в астрал. Действительно ушла. Прописали все. Это все у меня тут кальций. Я две таблетки выпила, у меня кровь. Ее должно быть. Нет, они 20 долларов, да.
адрес где? Обещали. Осторожно, двери закрываются. Обещали. Следующая остановка – станция метро «Авиамоторная». Напоминаем, что в целях вашей безопасности, находясь в трамвае, вы обязаны держаться за пол. Минус 31. Я вставала ночью в 2 часа ночи, специально посмотрела. Минус 32. А в 7 утра было минус 25. А у нас минус 28 было. Минус. Я не увидела. И у вас там всегда холоднее. Я говорю, ты мытищи. Ну, тоже хорошо. Я почему-то думала, что ты мытищи. Нет, я в другой. С одной стороны, Москва. Я просто моя молодежь живет. В этом самом. Или на Медведково бывает, и живут там они, или здесь на Малахитово, на Медведково. Мне как-то это мытищи. Когда ты считал, все там уже. Да не страшно. Если не Медведка, то подпишешь. Собственно говоря. Смотри, говорили, 738. Низко, конечно. 748, по-моему. Я просто забыла. А я и не знала, и забыла. Не, просто помню, что 736, где-то такой пол. Берем, где так я нам делаем, папа сказал. Но так как моя поликлиника потеряла мою детскую карту. Так ее надо повторять через определенное количество. 20 дней. Это постановление подписало по здравоохранению еще в 2004 году. И должны были прививать всех, кто нас делал. Кто снова приходит, раз должны. Потом до 35 лет были. Да. Последний раз сделали. Ты Питер, ты в Москве знаешь, что творится? Практически собирать все инфекционки, практически забить курю. Жуль, я тоже не знала. Я прихожу позавчера с работы, вторник, понедельник, вижу. Мы же будем говорить, слушай, у вас какой-то насчет рассказывает, учебное заведение, дети, разговор у нас пошел в закон. Я говорю, так и так, мне уже вчера сказал, что я не слышу. Глаза у нее. Говорит, Марина, передайте, пожалуйста, мы тоже. А сегодня мы должны были консультацию ревматолога, и вот к ревматологу, а ревматолог говорит, я не снимаю, но утверждаю. И говорит, в формате листа А4, вот вот. Станция метро «Авиамоторная». При выходе, пожалуйста, не забывайте свои вещи. Счастливого пути и хорошего вам настроения. Пробы, так еще и в больницу сложилось. Зачем? А что, в цирке у тебя смотришь? Даже они теряли комнату. А так как я теперь в Подмосковье, для меня это в Москве теперь классно. Да. Вот у меня все сделали, да, на стринке, а вообще я только денег достану. А да, нам с детства делали все прививки, а блин, что он не делал? Ну да, у меня тоже пацаны делали КДС-ку без закори. Да, без коклюшки. Ну, все, так ну, давайте. Сейчас. Там, да, я не могу.
Следующая остановка – Дом культуры «Компрессор». Уважаемые пассажиры, благодарим вас за своевременную оплату проезда. Дом культуры «Компрессор». Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Буракова. Двери закрываются. Следующая остановка – проспект Буденного. Субтитры сделал DimaTorzok.
будет развита раньше субботы. А время уже рабочее. Этот смеется, кто? Ну, забыл. Ну, я вижу, он идет. Проспект Буденного. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – станция метро «Шоссе энтузиастов». Только для высадки пассажиров. Будьте внимательны, на второй остановке двери на выход открываться не будут.